Друзья мои, сегодня день и очень прекрасный, и очень ужасный. Прекрасный в том, что по работе все просто замечательно. Торговля была хорошая, я даже не ожидала, что воскресный день, когда все люди отдыхают, у меня будут такие хорошие продажи. Вот. А плохая, мы приехали домой и узнали, что сосед наш Саша, который раком болел, он сегодня умер. Потом мы поехали с Колей за хлебом в один магазин. Видим, дым, короче, идет. В той стороне, где живет моя бывшая сноха. Ой, заловка получается. Да, заловка. Моего бывшего мужа, жена. Я говорю, блин, капец, походу там у них там что-то дым какой-то. Пойдем, поехали, съездим, посмотрим. Ну, слава богу, не у них, но зато дом напротив, огромный коттедж, горел, когда не было никого дома. Да, сынок? Я записываю видео. Сливы взяла. Банан. И банан взяла, и творог взяла домашний, хороший. Сделаешь мне как Алинка? Хорошо, мой хороший, сделаю, конечно. Вот так вот. Хозяевов дома не было. И там пожарные даже не могут справиться с этим совсем. Уже рассказала. Может, не надо? Витюша. Ну, я просто сказала, что умер сосед наш. Вот такие вот дела. Ой, блин, телефон 15%. Будьте здоровы, я всегда это говорю. Всем людям на свете желаю. Будьте здоровы, пожалуйста. Пусть у всех людей на планете все будет хорошо.